На школьное меню пожаловалась мама столичного первоклассника. Женщина сфотографировала и выложила в интернет так называемую сосиску в тесте. Так выглядит сосиска в тесте по версии поваров одной из школ Астаны. Женщину возмутил не только вид этого изделия, но и его начинка. На фото видно, что сосиска порезана на несколько частей. Пользователи тут же выдвинули свои версии такого креатива. Кто-то назвал это просто экономией, других возмутил неэстетичный вид кулинарного изделия. Третьи предположили, что блюдо изготовлено из остатков мясного продукта. Нашлись и те, кто шутил на эту тему. Потерпите, сейчас у депутатов быт наладится и сосиски станут длиннее. Повар, интересно, кормит своего ребенка такими сосисками? Это не кризис, это кто-то ворует.